сейчас повспоминаем самую простую работу. Мы самую простую поработаем кокюнаги. Вот айхан и кататуэ. Медленно разбираю. Первое. Чего не хочу видеть. Когда рука у партнера, Денис сам, когда рука у партнера идет вот так. Смысла брать такую руку нет. По договоренности, конечно, мы можем сработать. Максим, я вот так руку поднимаю, ты ее берешь. Не вопрос. Вот он сам наклонился, и я честно на нем начинаю что-то делать уже. Принцип не в этом. Просто стой. Принцип в том, что вы должны подарить вашему партнеру намерение работать. То есть он в какой-то момент нужен честно знать, что вы честно его коснетесь. То есть я честно начинаю двигаться от него, чтобы взять его за живот. Партнера не пробивайте. Касайтесь. То есть вот я его взял, пощупал. Ощущение для многих неприятное, такое неприятное. Поэтому партнеру руку начинает тормозить. А теперь смотрите. Движение руки, оно направлено так, снизу вверх. И вот ваша задача, когда рука приходит, вас берет, не бороться с ним, не пытаться толкнуть руку в другую сторону. А вот как шло движение, вы это движение продолжаете по траектории. И очень важный нюанс. Рука поднимается не просто вот так и опускается в это же положение, а рука делает койку так, как будто вы делаете сувари восходхол. Те же самые движения руками. И то же самое движение, как будто у вас одна рука делает голову. Сувари восходхол, одна рука вниз, другая в голову. Вот поменяли захват. То же самое в голову, и рука начинает опускаться вниз. Бросок происходит за счет того, что партнер, во-первых, подхватывает движение, уходит с линии атаки, пропускает его, лишает равновесия, и здесь вы бросаете. Нюанс касается в основном младших. Многие делают так. Сейчас при падении будешь отходить. Именно себя тянешь. Хорошо? Многие делают так, начинающие. Вы начинаете загружать партнера, партнер начинает вас тянуть, и вы встаете в эту позу. Формально бросок вы закончили, но в этой позе вы лишены равновесия. Если партнер вас начинает дальше тянуть, просто меня туда протягивает, он точно так же вас выводит на страховку. Так, каждый раз помните, что все время идет работа с каешь глаза. Если вы пропустили момент, где вы потеряли равновесие, уке имеет право вас вывести на бросок. Поэтому все броски вы делаете, сохраняя собственное равновесие. Сейчас мы не разбираем освобождение от захвата и переворот партнера. Самый простой вариант. Только кокюнаги. Движение партнера, подхват атаки. Сброс. Айхан микататы дори. Кокюнаги. Сейчас не отрабатываем извлечение оружия из партнера и дальнейшего контроля. Самый простой вариант. Только техника, только кокюнаги. Еще раз медленно, сначала без перчатки, потом возьму перчатку, еще раз покажу перчатку. Начальная позиция, все перед собой. Дистанцию убираете так, чтобы вы атаковали партнера с маленьким подшагом, но не пнулись при этом. То есть, ваша задача атаковать партнера вот на такой дистанции. Если вы с дистанции наврете, то есть вы станете дальше, то для того, чтобы вам дотянуться до партнера, вам придется наклоняться. То есть вы уже потеряли равновесие, вам нужно будет манипулировать и управлять партнером. Если вы набрались с дистанции здесь, то пока вы все поднимаете и готовите, то партнер может вас уже ударить. Поэтому дистанция выбирается так, чтобы с одной стороны вы не тянулись, а с другой стороны, чтобы партнер вас не мог достать просто так. Ваше все ваши руки. То есть вы делаете, стойте, сейчас ничего не подхватываем. Скип. Сейчас партнер подхватывает правой рукой мою дзю. У меня впереди тоже правая рука. Захват очень похожий на айхан микататы дури. И движение очень похожее на то, что вы делали
предыдущем упражнении на путь наги. Ваша работа. Чокутски выполнили, приняли его движение, заходим за партнера. Вот в этой фазе есть очень важный нюанс. Когда вы выполнили скин, старайтесь не тягать партнера за счет силы. Многие делают так. Очень длинный рычаг со стороны партнера, очень короткий у вас. И пытаетесь поднимать партнера за счет вашего здоровья. Опять вспоминаем физику. Чтобы было легче, вы должны увеличить свой рычаг. Увеличили. Вот точка опоры. Вот рычаг. И вы, соответственно, начинаете управлять уже длинным рычагом. И движение будет намного легче. И движение выполняет партнера. Надзем стоит. Надзем многие моменты непонятны. Вот моя рука. Вот я фактически веду руку в партнера. Вот он и подхватывает. Чокутски. Теперь смотрите. Многие делают так. Поднимают руку. Видите, большой палец наверх. И отсюда вроде бы делают все правильно, но большой палец у вас все время показывает сверху. И отсюда потом партнера сбрасываете. Хорошо. При этом у партнера все начинает вырываться из руки. И партнер для того, чтобы сохранить потенциал атаки, продолжает захват ослаблять и затекать за вас. То есть это его работа. Отлично. Для того, чтобы избежать такого нюанса, при подхвате руки ваше дзю должно точно так же вращаться, как ваша рука. То есть вот вы вошли, сократили дистанцию, теперь смотрите, вы начинаете вращать дзю таким образом, чтобы большой палец вашей руки, перчатка в данный момент, смотрел вниз и заходил за спину партнера. Вот тогда у партнера захват сохраняется плотный, и у него на подсознательном уровне не отрабатывается рефлекс отпустить перетечный край глаза. Потому что он прекрасно знает, если отпускает здесь, отпускает, то у меня движение пойдет у него куда-то там уже. Как не важно, пошла какая-то атака. Скид. Подхват движения, разворот дзю обязательно. Вот большой палец, начинает смотреть вниз. И дзю ведете точно так же. За спину партнера. Видишь, по ходу он сбрасывает. Дзю наги. Дзю у меня. Я делаю первую атаку. И с помощью своего дзю сбрасываю партнера. Дзю наги. Коппю наги.